Особо профессор отметила, что ноябрьская стоматология – одна из немногих клиник в России, где большое внимание здоровью зубов уделяется с детства. Речь о школьной стоматологии, которую медицина считает основным достижением в плане профилактических мероприятий. К слову, сейчас школьные стоматологи, так же, как и большинство их пациентов, отправятся на каникулы, то есть в отпуска. А те, кто летом будет работать, ведут прием в детской поликлинике и ее филиале.